Раз. Друзья мои, давайте начнем концерт. Здравствуйте, дорогие друзья. Пока это все. Гитаре Петр Дольский.
спасибо, дорогие друзья. Следующая композиция написана мной. Мы придумали гениальную драматургию концерта. Просто по очереди играть композиции, написанные мной и Николаем. Впервые. Да. И следующая композиция называется «At the Moment», написана мной. Представляем вас. Thank you.
за столь теплый прием, дорогие друзья. Мы очень рады видеть столько красивых лиц в зале. На наш концерт ходит самая красивая публика, кстати. Да. Ну, естественно, надо что-то помычать в микрофон немножко, потому что сказать-то, собственно, нечего. У меня список куда-то... А у меня список, наш трек-лист бесследно исчез. Правда? А мы им импровизировать? Мне кажется, это глупость. А, композиция «Happy Life». Да. Написана Николаем Кольцовым. Ваши аплодисменты, друзья. Спасибо большое. Мы вам очень признательны. Да.
Следующая композиция называется «Midnight Love». «Полночная любовь», я перевожу для тех, кто не знает английский язык. Я, правда, уверен, что таких людей здесь нету, но, тем не менее, композиция лирическая, как и все, что мы делаем. Слушай, нет, там ре, тональность. Я знаю, что ты можешь любой сыграть, но сыграй в этой, пожалуйста. Итак, вашему вниманию представляем. Thank you.
Свободного, да, мужчина. С композицией детства. Автобиографической, как вы понимаете. Thank you.
играет. Не хочет выходить, надо заказать ему денег, да, чтобы он поиграл. Сидим там, попьем кофе. Да, можете записать номер. Да. А мы продолжаем наш великолепный вечер. Следующая композиция называется «Московские огни», «Moscow Light». На английском звучит как-то, ну, типа, моднее, что ли. Поэтому... Господи, не говорит слово. Да, написано мной. Надеюсь, понравится вам, друзья. Нет, не дебют уже. Далеко. Песня-то уже не девочка. Ну, извините. За мой великолепный юмор. Сразу извиняюсь. Конечно, если кому-то это не понравится. Thank you.
Спасибо большое за ваши аплодисменты, за вашу теплую энергетику. Это очень приятно всегда. Следующая композиция. Я очень извиняюсь, что вот эти дебильные «а», постоянные какие-то непонятки, просто... Компьютер — это вынужденная история. Мы потеряли наш трек-лист, и поэтому приходится загружать. Правильно. Вот, создай настроение. Великолепно. Да, мы, кстати, я спешу поделиться радостью. Сегодня Николай Филиппович Кольцов был в Союзе композиторов. И если все сложится хорошо, а все сложится хорошо, он станет членом Союза композиторов. Поэтому, друзья, я прошу как бы отметить это событие в жизни нашего коллектива. Такому таланту нельзя пропасть. Сцену, потому что следующая композиция называется «Теряя контроль», написана Николаем. Ну, вы сейчас все поймете, почему она так называется. Thank you.
все почему? Потому что без духовой секции. Поаплодируйте нашей духовой секции. Сейчас подожди, давай сначала сыграем, а потом поаплодируем. Может быть, получится не очень, понимаешь? И как-то... Поддержать юные таланты. Да. Композиция называется Get Up. О! Как и все наши песни, автобиографическая композиция. Вставай, вставай, да. Страна народная. Можно тут политические подтексты найти. Я надеюсь, что в правильном ключе и нашему коллективу дадут ход с самого верху. Что называется? Музыка народа, можете в белом доме. Нас одобрили, да. Говорят, вот ребята, смс-ка пришла от Владимира Владимировича. Он говорит... Да. Мы просто хотим собрать все-таки зал побольше, чтобы... Как-нибудь хотя бы раз. Ладно, мы много разговариваем, надо играть. Песня Get Up написана мной. Thank you.
И в заключение нашего концерта. Да, мы сейчас небольшой как бы перформанс тут сделаем. Я думаю, да. Нам надо 2 минуты. А ты пока поиграешь. Да. Вот, все. И паузы нет дурацкой, и не надо ничего придумывать, чтобы говорить. Сразу предупреждаю, танцевать я не буду, если что. Если вы ждали этого. Просто, чтобы я попал в тональность. Ты не знаешь, что это моя. Thank you.
В общем, вот такой вот получился вечер. Спасибо вам, что были с нами. Я хочу... Это мой. Да. Я хочу вам представить всех людей, кто сегодня был со мной на сцене. Но я сделаю это несколько позже. Ваши аплодисменты, друзья. Просто мы вот встанем и поклонимся вам сейчас, мне кажется. Теперь нас возьмут в детский сад, чтобы мы там выступали перед родителями и кланялись. У нас уже отрепетировано получается. Спасибо большое. До свидания. Ну ладно, мы уходим. Спасибо, до свидания. Еще, да? Ну да, я подсказываю, да? Сыграть вам что-нибудь еще?
композиции, аранжировки, отличный внешний вид, хорошее настроение. Клавиши он мне дал сыграть. И я, Артем Самсонов. Находите нас в социальных сетях, ходите на наши концерты, приглашайте друзей, рассказывайте о нас. И мы будем стараться вас радовать хорошей музыкой. Друзья, тему поехали! Человека на перкуссии, Фиделя Алехандро. Отдельные аплодисменты. Ну, простите, нас слишком много, мы периодически забываем, как друг друга зовут. Последний раз, когда мы играли с симфоническим оркестром. Да. Мы тоже пытались всех представить. Всем большое спасибо еще раз.